При каких обстоятельствах были задержаны сотрудниками полиции? На улице, в час ночи. Что у вас обнаружили? Пачку сигарет. В ней были 11 свертков наркотического вещества. Что вы делаете в нашем городе? Зарабатывать, разлаживая свертки с наркотическим веществом. Сколько закладок произвели? Ну, примерно штук 50. Какой промежуток времени вы занимаетесь закладками наркотических средств? На протяжении месяца. No comments. Такие времена, что не знаешь, где... Двадцать марта текущего года сотрудниками неведомственной охраны был задержан в ночное время гражданин на территории Октябрьского района, при котором обнаружили средства в виде порошка. В дальнейшем установлено по результатам экспертизы, что данное вещество является наркотическим. Сотрудниками управления уголовного розыска МВД Республики Бурятия установлена его причастность к сбыту данного наркотического средства на территории города Улан-Удэ. Следователями отдела было возбуждено уголовное дело по данному факту, в рамках которого проведены комплекс следственных действий, направленных на установление дополнительных фактов преступной деятельности, в ходе чего установлено, что данный гражданин на территории Октябрьского района города Улан-Удэ производил так называемые закладки наркотических средств с целью их дальнейшего сбыта. По данным фактам назначенной экспертизы, часть наркотического средства изъята. В дальнейшем будет решаться вопрос о возбуждении дополнительных составов преступной деятельности. В отношении данного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Максимальное наказание за совершение данного преступления составляет 20 лет лишения свободы.